Значит, еще один тест проведем. Только что откалибровали по фону два пейджера, и Polymaster, и Detex Systems MiniRed D. Значит, у Polymaster калибровка осуществляется, ну, давайте я покажу вам. Вот, чтобы откалибровать Polymaster, достаточно верхнюю кнопку зажать, появляется вот слово калибровка укороченное, и идет калибровка внизу шкала. Вот, заполняется, увеличивается, и когда она полностью заполнится, это значит, что подстроился прибор под окружающий фон, зафиксировал его, подсчитал и по алгоритму сдвинул порог чувствительности. Его чувствительность сохранилась, и не будет ложных срабатываний, будет максимальная чувствительность при данном фоне. А MiniRed, он то сам, конечно, каждый там полчаса или сколько калибруется, но нужно выключить, включить. И при выключении, включении он также включается, самотестируется и проводит калибровку под уровень фона. Вот, подождем завершения калибровки. Вот, видите наглядно, как это происходит. По времени они почти одинаково калибруются, меньше минуты. Вот, все, вибрацию произвел MiniRed. Вот, фон 12 микрорентген в час. А, нет, это 12 импульсов, сейчас переключим, секундочку. Вот, 9 микрорентген в час. Здесь фон. Так, переключил я MiniRed в звуковой режим. А Polymaster у нас включен в звуковой и вибро режим. Кстати, это одно, еще одно преимущество Polymaster, то что в нем одновременно и вибрации, и звук, и свет. Вот, можно включить, и все одновременно вас сигнализирует. В MiniRed можно либо вибрацию, либо звук. Нельзя одновременно. И беззвучного режима тоже нету. У Polymaster есть беззвучный. То есть Polymaster здесь намного лучше, больше плюсов выигрывает. У MiniRed только звук, либо вибро выбираете. Третьего не дано. Беззвучного режима нет, одновременного звук плюс вибро нет. Беззвучного тихо режима тоже нет. Можно только выключить прибор, вибро или звук. Все. У Polymaster любые комбинации. Беззвучный полностью. С вибрацией, без вибрации, со звуком, без звука, звук плюс вибрация. И индикация света у обоих постоянно включена, ее нельзя отключить. Ну, сами понимаете, безопасность, не услышите, только не почувствуете, так свет, может, будете видеть. Все, будем приближаться. Вот наш памятник этот большой, огромный. Вот, красного цвета. Приближаемся, посмотрим, кто первый среагирует. Только что калибровку по фону произвели. Смотрим, остановимся, подождем, пусть подсчитают фон. Ну нет, фон такой же, 9 микрорентген. Сейчас приближаемся еще. Мы уже за 2 метра. Молчат. Ниже вот так вот возьмем. Ну, пошел скачок фона, вижу на Polymaster, но он молчит. Вот. Скачок показал, но сигналка сработала позже. Ну, на секунду, может. Так, подходим немножко. Ну да, после калибровки по фону Polymaster выиграл в этой гонке. Он первый увидел этот памятник и показал в цифрах, сколько микрорентген
и пищит, предупреждает, вот, отлично, видит, все супер. Минирет раз пискнул и молчит, и то с запозданием, после пейджера намного по времени пискнул. Полимастер выиграл у пейджера, да, реально выиграл. Все-таки калибровка по фону очень помогает полимастеру, помогла сильно. Вот, подходим ближе. Видим, как они реагируют. Так, давайте отойдем, опять второй заезд сделаем. Отходим. Отходим. Больше 5 метров отошли. Так. Ждем, пока успокоится. Упадут показания. Ну вот, упали до 15. Еще ждем. Все, приближаемся. Да, первый сработал полимастер. Он более часто это показывает. Минирет отстает. Вот, в общем, после калибровки по фону, если на определенной местности вы зашли, вот на кладбище или неважно где вы произвели калибровку под фон окружающий, то в этом случае чувствительность реально увеличивается, дальше видит, и в этом случае пейджер выигрывает у Minirat D. Увидит дальше, быстрее реагирует. Отойду. В общем, советую почаще делать калибровку по фону. Еще раз третий заезд делаем, будем подходить. Ну вот, полимастер все три заезда подряд выиграл у пейджера американского. Вот, хотя они обои, ну, оба по ГОСТу сделаны, ну, со всеми требованиями международных стандартов для таможни. Ну вот, как видите, было три заезда, во всех трех заездах полимастер увидел дальше и быстрее среагировал, чаще реагирует, четче, и плюс показывает само собой еще конкретное число микрозиверта в час. О, даже на таком расстоянии реагирует. А пейджер молчит. Сколько мы? Ну, метр. Метр от памятника стоим, 1.5 метра. В общем, после калибровки по фону на данной местности выигрывает полимастер. Без калибровки до этого, когда вот по городу мы ездили везде, вот, не калибровали, не выключали приборы, возили, то и потом подошли внезапно, случайно, как бы, к памятнику, первый среагировал Minirat D, потому что у него больше размер кристалла. Но после калибровки подстроились под фон, в общем,